Когда нервное напряжение достигает своего пика, его нужно снимать. И я знаю очень хороший способ, к которому, кстати, прибегают даже мои коллеги-девушки. Примерно раз в неделю, а может быть даже и чаще, приходят сюда для того, чтобы сделать пиф-паф. И я собираюсь сделать то же самое. Доброе утро, Виталий. Доброе утро, Денис. Денис, здесь наушники, я вижу, и очки. Обычно наушники я надеваю для того, чтобы хорошо слышать, а это все наоборот, для того, чтобы слышать плохо, правильно? Ну, правильно. Самые хорошие такие же почти. Я хочу самые хорошие. Окей. Одеваем, тогда... идем. Да. Очки, наушники, и начинаем из Макарова. Центр вращения, и стреляем. Все. Хорошо. Нет. Надо контролировать. Хорошо. Так-так. Первое. Магазин. Выбираем. Контролируем железо, что патронный патронник и пустой бот. Следующий глок. 9 миллиметров. 9 миллиметров, но это вообще как игрушечка. Он почти полностью пластиковый. Вот, казалось бы, пистолет весит немного. Практически никаких усилий для того, чтобы выстрелить, не нужно совершать. Но я уже начинаю потеть. Наган. Да. Дайте мне мой кожаный плащ. Да папаху с околышем. Вот с такими вот бегали в 1917 году. Да, и почти коняли. Да, коняли. И прямо на лошади. Это шутка? Это хлопушка только что была. Самый вонючий пистолет, если честно. Надо все. Офигеть! Я чуть в лоб не получил пистолетом. Но теперь самое интересное. Пойдем посмотрим, как я там настрелял. Попал ли я в молоко, или я попал вот в это черное сердечко? Шансы 50 на 50. Либо попал, либо нет. Можем поставить 3. То есть из 5 троечку я все-таки заработал. Калаш, Мосина, Винчестер, М4. Вот здесь все в порядке, а здесь... За Родину! Писк в голове продолжается. Добавилась вибрация от перепонной барабанки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Огромное спасибо, Теннис, за такую прекрасную возможность получить адреналин. Я думаю, что по 10-бальной шкале на 8-ку точно сегодня скачок адреналина у меня состоялся.